Ой, хрен знает, где он. Так вон же он. Вон он валит в лесу, говорит в лесу. Вон валит в лесу. Лесу. Лесу валит в лесу. Ну, красота, мне прям нравится. Следующие какие-то обновки. Как вас много, нихера, я вас сейчас всех тут размотаю. Всех размотаю, вы поняли? Шифце, шифце. Этих. Зомбиков. Хочу покромсать зомбиков. Прям очень. Прям у меня руки чешутся, ноги чешутся. Топор чешется прежде всего. Нужно чем-нибудь его, конечно, помазать, чтобы не чесался. Это, наверное, грибочный, топорный гриб какой-нибудь. Топорный грибок, знаете, нужен май специально, чтобы не чесался. Соло мои всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 Hit Point, и это снова Game of Kingdoms, и это снова я, уже с вебкой, я почти выздоровел практически, вот у меня тут уже не впали практически мои щечки, поэтому я могу уже снимать, могу себя показывать, потому что я уже как человек был, как зомбяк, значит, как бля. Ну так вот, короче, вышло в этой игре обновление, альфа, видите, тут справа снизу альфа В, 0.1.1, а значит это что? Разработчики выпустили обновлюху, а они мне написали под видосом, написали, что Ванок, спасибо тебе, что ты снял, типа, такой херовый обзор на нашу игру, и мы учтем все твои пожелания и все замечания о том, что в чем была наша игра хороша и плоха. Нажмем загрузить игру. Вот. Нажал запись, точно. Вот, собственно говоря, мы. Вот он. Он это герой, я немножко все еще гнусавлю. Итак, смотрите, значит, обновление 0.1.1. Значит, восстановлены характеристики героя. Восстановление характеристик героя. А что бы это ни значило. Давайте поищем характеристики героя. Давайте, навыки. Ну, это, наверное, ХП и... ХП и здоровье, которое там... Ну, в общем, оно где-то там. Сейчас мы до камня дойдем, оно будет видно. А давайте я все сразу, короче, зачитаю. Короче, первый пункт. Восстановление характеристик героя. Второе. Оптимизировали сохранение. То есть теперь можно сохраняться и не начинать каждый раз заново. Это во, вообще молодцы, красавчики сделали. Третье. Исправлены проблемы с мышью. Проблемы с мышью. Прошу прощения. Проблемы с мышью были очень... жесткие, потому что когда ты открываешь диалог, и у тебя типа мышка активна, потом ты диалог закрываешь, а мышка все еще активна, а тебе нужно бегать, типа смотреть туда-сюда. Но исправлены проблемы с мышью, исправлены ошибки системы диалогов. Ну, это, видимо, вот одна ошибка разветвилась на две в разработческих вот этих нюансах, поэтому она видится как две ошибки, поэтому исправили обе, исправили очень хорошо. Я, кстати, сейчас покажу. Ну, смотрите, можно поговорить с кнутом, твой топор дар богов, который вернули тебя. Мы выбираем, типа, что тебя беспокоит? Хватит беспокоиться уже. Ты уже ходил к камню? Нет, я не ходил к камню, кнут, отстань от меня. Камень находится в лесу, а ты уже ходил к камню? А камень находится в лесу. Что ты можешь сказать о боевом духе своих подчиненных? Своим возвращением он стал еще крепче. Веди нас вперед, Рагнар! Еще увидимся. И все, диалог заканчивается, и никакой мышки нету, мы сразу управляем персонажем. Исправлено, отлично. Диалогов исправлена регенерация здоровья и выносливости. Ну, видимо, не регенерировалась. Я, честно говоря, ничего такого не замечал. Но может быть. Ага. Улучшение боевой системы и окно умений. Улучшение боевой системы и окно умений. Ну вот сейчас, собственно говоря, мы это все и проверим. Нам нужно к камню. Я еще дойду, вот, короче, до камня, еще побью волков, побью зомбей. Сейчас нам нужно качнуться, может, сходим еще раз к великану, посмотрим, что он, собственно говоря, прикольно, смотрите, эффект кино старого. Посмотрим, что он из себя представляет, можно ли его вообще бить, нельзя бить. Тут мультиплеер есть, и, наверное, кооперативное прохождение, поэтому можно... О, сейчас, секундос. Дос, секундос. Уно, секундос. Дос, секундос. Оп. Погнали, все, погнали, хорошо. Вот. Может быть, на вот этих на огромных великанов нужно вдвоем идти, троем. А одним я с ними справлюсь. Не знаю, посмотрим. Там деревня, я до нее доходил. Еще одна деревня. Ничего я там пока не нашел. Ну, я так понимаю, я вообще много чего не нашел в первое прохождение. Вообще мне было очень плохо. Я прям вздыхал.
дошли до камня, получили первый уровень, и сразу мы умеем делать вот так вот. Ха-ча! И вот так вот. А, вот так. Ой, нет, это навыки, подожди. Это... Кстати, появились какие-то еще дополнительные звуки. А вот так я могу, красавчик, видели, да? Так. Волчья тропа. Волчья тропа. Кто-то мне давал квест на волков. По-моему, один. Ну, смотри, смотри. Я сейчас, короче, камень нашел, соответственно, квест я выполнил. Навыки. Берем мы в жизни. В жизни. Правда, что-то не меняется циферка. Ну, наверное, так и должно быть. Так, левел low, левел 1. А я какой левел? А я какой левел? Уровень 1. Я уровень 1. Вот. Я могу делать прыжок, shift плюс Q и выносливость. Что? А, это типа тратит выносливость. Рассечение, shift. Ага. Рассечение, shift плюс C. Рассечение тоже делать могу. Как же без рассечения-то? Хорошо, хорошо. Квест на волков нам давал, собственно говоря, чувак, который с волками дружит, который их тренирует и ими заведует, так сказать, заведующий волками. Да, здесь тоже такое есть, не удивляйтесь. Вот он где-то здесь, вот он здесь, я вам сейчас его покажу. Вообще тут как-то красиво, знаете, вот если так сделать, я хотел начать серию вот так, я бы шел так эпично. Не надо так, чтобы мне в рожу светило, нет, подожди, подожди. Вот так, вот такое. Я такой, привет, и я в стену упираюсь. Да, не очень хорошо получилось, конечно. А, так, это у нас Ульф. Эти болваны боятся их, даже представив охрану. Они с ними дружить надо, а они будут благодарны. Это я читал, помню, в прошлый раз как-то нашел общий язык с волками. У меня дар находить общий язык с теми, кого другие предпочитают обходить стороной или убивать. Чем я могу тебе помочь? Мог бы ты стать охраннику Гунару, чтобы он не стоял у меня над душой? Ничего страшного не случится. А, там какой-то чувак у него на входе тусил. Расскажи о волках. Эти животные не желают нам смерти, как думает большинство. Поверь, иногда с ними намного проще договориться, чем с людьми. Это да. А, хорошо, хорошо. Вот здесь это охранник Рагнар. А, Гунар. Рагнар? Гунар. Рагнар, Гунар, Гунар, Рагнар. Расскажи, что происходит в деревне последнее время. Что происходит? Нечисть лезет отовсюду. Волки досаждают. Так теперь еще и Ульф додумался сюда их затащить. Ох, не нравится мне. Мало ли, что там им в голову вбредет. А, Гунар, друг мой, можешь не беспокоить по поводу волков и нет необходимости тут стоять. Хорошо, Рагнар, но я бы на твоем месте приглядел за Ульфом. Что-то в нем не так. Расслабься. Все? Мы выполнили миссию. Ты не будешь здесь больше стоять? Командир? О, я его командир? Ты понял меня, придурок? Может тут не стоять? Давай пойдем обратно с... Господи, ну и надо. Ульф, Рагнар, Гуднар, Кнут. Взгляни в глаза. Что ты видишь? Так, чем могу тебе помочь? Расскажи о волках. Ну... нет, подожди, подожди. Я же миссию твою выполнил. Может ты мне волка дашь? Дай волка. Неблагодарный-то, а? Ну и ладно. Нет, подожди, а тут же есть. А у меня нет миссии. А вы у меня нет миссии, вы прикиньте. Так, Кнут, а ну сюда иди. Сюда иди. Вот надо еще, кстати, с этим поговорить. Сейчас все проверим, все проверим. Так, нужно держаться вместе. Что тебя беспокоит? Чтобы дух? Угу. Ну все, я здесь... Типа выполнил квесты. Хорошо, хорошо. Пойдем поболтаем с этим. Хротгейр. Ух, какой топор. Интересно, из какой он стали? А щит у тебя из какой? Чем могу тебе помочь? Где мне найти Кнута? Расскажи мне, чем займешься. Чем тебе могу помочь? У меня закончились материалы. Бейнир обещал мне его доставить. Но за стеной валят деревья. Принеси мне то, что он тебе передаст. Он за стеной валит деревья. Бейнир. Я сделаю это. За стеной валят деревья. Бейнир. Я тебя понял. Я что, мимо, в смысле, больше одного куста брать не могу? Забрать материалы у лесоруба и отнести. Вот, немножечко не видно. Текст заходит за край экрана. Заходит за край экрана. Ну ничего, так и так, все понятно. Так, хорошо. Может, я еще сразу с кем-нибудь еще поболтаю? С вами, например. Вот.
Валь, командир, ты где пропадал все эти 3 месяца? Болел я. Что происходит в нашем мире, что просто пока меня не было? Ты можешь рассказать о деревне? Что ты можешь рассказать? Что ты можешь рассказать о нем? Мы смогли возвести крепкие стены и высокие башни. Никто не знает, что может скрываться в этих лесах. Мы ловим рыбу, охотимся рядом с деревом. По-моему, я это читал. Когда ты исчез, мы приняли попытки тебя найти. На волчьей тропе раздалось слишком много волков. Они то и дело нападают на наши отряды. Нам стоит избежать их. Надо заставить их бежать, поджав хвосты. Я разберусь с волками позорными. Господин, как тебя зовут? Как тебя зовут? Господин Валь. Ой, что-то пошло не так, ребят. А, нет, все нормально, все работает, все хорошо. Не беспокойтесь, все хорошо. Так, почему я съехал? Вот сюда. Так будет лучше. Так, я забыл, как зовут того чувака, который мне должен передать материалы, но мне нахрен вообще его имя нужно. Ну да же, я же к нему в самом начале я к нему подходил. Где-то он здесь. Так, я сейчас вернусь. Ой, хрен знает, где он. Так вон же он. Вон он валит в лесу, говорит в лесу. Вон валит в лесу. Лесу. Лесу валит в лесу. Странно как-то получается, да. Радхгар, как ты его звали, да? Бейнир, нет, Бейнир он. Рад снова тебя увидеть, Рагнар. Хродгейр сказал, что ты подготовил для него материалы. Да, держи его, все, кто что... Да, держи его. Кого его? Все, как он просил. Держи его! Хорошо. Он не дал. Ты сейчас единственный дровосек? Сейчас вполне хватает меня одного. Дал забрать материалы и убить 6 волков. Ну, вроде все, да, вроде все, забрал, да, эти волки позорные, да, волки. А, ну красота, мне прям нравится. Пойдем, убьем 6 волков и сдадим сразу. Ни хрена себе, я что-то не видел вот этой колокольни. Ну, а как туда залезть? С той стороны, наверное, как-то. Пойдем, убьем 6 волков. Я надеюсь, у меня хватит. Навыков и способностей и пальцев на левой руке, чтобы убить. Потому что в прошлый раз они меня что-то прям вообще наказали. А, еще помню, не было. Привет, волк! Не было таких, знаете. А, еще. Так, я забыл, что из этого. Что из этого ХП, что из этого выносливость. Хорош, слушай, да я прям вообще... даже не знаю, как себя назвать. Так, 2, давай. Сделаем вот так. Херась, ну что, я промахнулся-то, ё-моё. Всю выносливость потратил и промахнулся. 1, 2, 3, перекат. Dark Souls, годы Dark Souls дают о себе. 2, 3, перекат. 1, 2, 3, перекат. Блин, я хочу кушкой его шарахнуть. Так, ладно, давай, вздыхай. Это будет 2-й волк. Сейчас я вообще ломанусь там до 90 уровня. Ой, будет у меня куча скиллов. Так, давай, вот ты, вот, давай. Впереди только... Нихера, это я ему снял? Серьезно? А чё, нормально так? Надо только попадать... Немножко бы побольше вот эффектов вот каких-то и визуальных, и аудиальных, звуковых, я имею в виду. И вот еще там разлетание камней, допустим, или снега, когда попадает топор в снег. Либо просто какой-то, знаете, характерный звук, который будет помогать понимать, попал ты волк или нет. Хорош, не, ну это вообще красавчик. Это 2 волка я согрел, это очень плохо. Это меня сейчас, конечно... А то у нет шифца. А, секира. Сейчас всех уделаем. Ну, один сейчас ляжет. И это будет Ваня. Что-то я чувствую.
Ха! Смотри, смотри. Хорош. Не попал вообще, не попал. Третий уровень. Отлично. Так, и два волка. Это будет 4. А остался 2 штука. Давай, давай найдем 2 штуки. Уже не буду далеко убегать. Сейчас где-нибудь здесь их найду. И побежим сдавать квесты. Вот он сейчас на меня побежит. А его как шахпал хп ему. И откат. В смысле перекат. О, нет, нет. Какие откаты? Вы что? Кто-то сказал откат. Раз, два, три. Готов, красавчик. 4-й уровень. Нихера себе. С волков там экспыта перепадает. Вы поняли? Поняли, на ком качаться надо? Нормально. Так, и давай. 6-й. 6-й. Волк номер 6. Знаете эту шутку? Задорнов рассказывал еще, когда русские детишки решили подшутить над американцами. Видимо, дело проходило в Америке. И они типа взяли 3 свиньи и написали на их боках один, подписали свиней, первая, вторая и четвертая, а всего свиней было 3. И американская милиция типа весь день бегала, после поимки 3 свиней, весь день бегала и искала свинью номер 3, которой в помине-то и не было. Все. Здесь, правда. Ага. То есть, короче, убить 6 волков пропало. Забрать материал у лесоруба и отнести Хродгейру не пропало. То есть, я ее, типа, не выполнил, что ли? Ну ладно, давай я подбегу к нему, посмотрю. А еще я, наверное, качнусь сейчас, да? Давайте качнемся, чё? Давайте в жизнь. Выносливость. Мана. Жизнь. Ну, короче, по... А, тут полосочку увеличивает. Смотрите, она, во-первых, зажигается и увеличивается. Все, все. Мастер прокачки. Просто мне гайды надо снимать по прокачке. Просто по одному очку в каждый показатель. Это идеальная прокачка, она всегда работает. Никаких там супер-мега, знаете, заморочек не нужно абсолютно. Слушайте меня. Так. Кому там материал? Тебе материал нужны были? Кнут говорит, что топор спускает сраную энергию. На что он способен? Держи, я принес тебе то, что ты пропил. Спасибо, ты меня выручил. Мне показалось, или там реально было написано, что то, что ты пропил? Нет, это, наверное, мне показалось. Все, где мне можно найти Кнут? Скажи, чем занимаешься? Ну, Кнут, я знаю где. Чем же я просто... Чем я занимаюсь? Все просто. Отец моего отца был кузнецом. Мой отец был кузнецом. Ты же понимаешь, к чему я веду? Я... гимнаст. Я избавляю снаряжение от храбрых воинов. Избавляю снаряжение для... Изготавливаю, господи. Снаряжение для храбрых воинов. Я понял тебя. Я понял, скажи мне, знаешь, все. А он мне что-то дал вообще за то, что я квест его выполнил? Кто мне 6 волков просил? 6 волков просил волчок. Волчок просил, мистер Волк. Чё ты здесь стоишь? Я же договорился с тобой. Можешь не беспокоиться. Хорошо? Хорошо? Давай я тебя топором для пущей убедительности шарахну. Слушай, он не уходит. Я не знаю. Чё ему ещё сказать? Эти болваны боятся... Так. Слушай, нет. Не, он мне давал квесты. Чё это я? Слушайте, надо определенно туда сходить. Сейчас я туда схожу, обязательно. Вот этот чувак. Вот этот. Точно. Прям как пить дать. Вистер... Да! Что беспокоит наших людей? Ты уже помог с волками? Спасибо тебе. Тут не надо, походу, квесты сдавать, они сами как-то сдаются. Я не понял до конца. Хорошо. Спасибо. Спроси у Хродгейра. Что спросить? Что беспокоит наших... А, хорошо. Что просто пока меня не было, это я читал. Хорошо. Нужно еще по чувачкам прошерстить. Как туда попасть? Ну-ка, вот здесь может где-то проход есть? Мне кажется... Нет, здесь прохода нет. А ты умеешь плавать вообще? Нет, не умеет. Можно с тобой поговорить? Нет, нельзя. Пойдем поговорим с рыбаком. Наверняка у него тоже есть какое-нибудь задание для нас. Мы же должны все здесь исследовать. Мистер Эрн, Рагнар, то, что происходит с тобой, удивительно и непостижимо. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Я Скули.
у Скули остался брат Бьорг, господи, ну имена-то. Он присоединился к походу. Расскажи ему об участии... Об участи Скули. Он должен знать. Ты сможешь найти его в деревне. Она находится за волчьей тропой, где солнце заходит за горы. Я знаю, о какой деревне он говорит. Остался брат. Он присоединился к походу. Расскажи ему об участи Скули. Участь Скули. Хорошо, я разберусь, я тебя понял. Еще один квестяра. Ну, пойдем в ту тогда деревню. Может, и с той деревни можно забраться на эту вышку. Я не знаю, почему меня туда тянет. Какого хрена вообще? Может, с тобой можно поговорить? Нет, нельзя. Вот, но раз меня тянет, да, то чутье, вот это геймерское чутье, знаете, оно не может не подводить. В смысле, оно не может подводить. Значит, что-то очень важное. А к этому великану, может быть, кстати, знаете, что... Может быть, мне просто... Мне кажется, или туда можно пройти, там какой-то секретос будет. Мне просто нужно, наверное, квестами туда потихоньку, чтобы меня подвели. То есть и последний квест в игре, самый такой важный, самый опасный, сложный, будет убить вот этого приблудного великана. Сам дадут мне, не знаю, помощников каких-то, так как пока онлайн недоступен вроде как. Вот. Ну посмотрим. Где эта вышка? Так это уже другая вышка. А как на ту вышку забраться? Видимо, нельзя. Видимо, нельзя. Я ставлю себе какие-то невыполнимые задачи. Это очень-очень-очень хорошо. Хотел сказать, что плохо, но нет. Я забыл, как рассказать Бьоргу об участи. Да, вот немножко текстик все-таки. Залезает. Это нужно подпилить. Кому? Бьоргу. Бьорг. Ты Бьорг? Торир. Рад снова тебя видеть. Хорошо. Пока наступил затишье, но если бы нужно помочь, я тебе сообщу. Хорошо, ты только меня найди, смотри, а то я шалонда такая, бегаю туда-сюда. Меня хрен поймаешь вообще. Вон кто-то сидит, скучает, давайте к нему пойдем. Наверняка это... Господи, ну и имена-то, а? Бьорг. Ну, если склонять, то... Бьорг! Рагнар, похоже, боги присматривают за тобой. У меня плохие новости, Бьорг. Что случилось? Какая? Опять улов плохой? Мертвые покоя не дают? Так это обычный наш день. Давно... Тебя давно не было. Твой брат Скули погиб. Он попытался покинуть бухту. Ох, старый дурак. Надеюсь, он сейчас с богами. Спасибо, что сообщил мне об этом. Мне нужно побыть одному. Так, чуваки. Знаете что? Дайте мне кто-нибудь... Кто-нибудь мне. Дайте квест на убийство... этих зомбиков. Хочу покромсать зомбиков. Прям очень. Прям у меня руки чешутся, ноги чешутся. Топор чешется прежде всего. Нужно чем-нибудь его, конечно, помазать, чтобы не чесался. Это, наверное, грибочный, топорный гриб какой-нибудь. Топорный грибок, знаете. Нужно смазь специально, чтобы не чесался. Мистер Орм, если мы не разберемся со всем, что тут происходит, очень скоро отправимся к богам. Окей. Тут вроде все. Этот мне говорит, что нахрен пока мне твои услуги не сдались. Если что-то понадобится, я тебе обязательно найду тебя из-под земли, достану. Вот этот мне говорит. Да. Ну, видимо, придется мне к нему вернуться тогда. Хорошо. Я пойду скажу тому чуваку, что я сказал. Что его брат умер. Чей-то брат. Сестры двоюродной. Тещи. И кто-нибудь там, не в этой деревне, даст квест на убийство зомбиков. По-моему, если мне память не ошибает, мне давали уже этот квест. Давали квест на убийство зомбиков. Но не факт. Не факт. Возможно, я просто сам по себе пошел их убивать. Вот. Но, собственно, он мне второго уже не даст. Да, я сейчас сдам его просто. Сдам, качнусь обязательно. Обязательно качнусь, ну и просто побегу в ту сторону, поболтаю там еще по дороге с парой человек. Вообще нужно было, конечно, куда-нибудь добежать до значительного, потому что время уже только прошло. Так, бди-бди. Я все думаю о тех двух кораблях, которые не доплыли до тех земель. Да. Поглощают людей. Пытался выбраться из бухты. Что? Вчера Скули попытался выбраться из бухты, но что-то опрокинуло лодку и убило его, бедняга.
а Скули даже не успел ничего сделать. Оставь мне это. Прекратите попытки. Хорошо, Рагнар. Все, вот только... Только вот Рагнар пришел и должен был сказать людям, что хватит уже заниматься суицидом, заниматься самоубийством. Хватит, ты же видишь, что тут люди мрут просто как... Как эти мухи, как комарики около туристов. Так, вон там какие-то чуваки сидят. Со всеми сейчас поговорю. Очень хочется мне квест... Ну-ка, привет. О, да вы мадам? А между прочим, мадемуазель Эрна. Рагнар, я очень рада твоему возвращению. Что-то происходит на этих землях. Ты видел этот... Ты видел этот странный купол? Да, купол видел, там какой-то чел здоровый ходит. Скажи мне, что тебе удалось узнать. Когда мы тебя искали, отряд наткнулся на огромные арки. Судя по всему, это руины огромных башен. Подробно изучить не получилось. Там слишком много херни мертвой. Но они явно имеют отношение ко всему происходящему здесь. Хорошо. Чем я могу тебе помочь? После того, как мы выбрались в деревню, вернулись в деревню, мой брат Брауни... Бруни вообще. Ну, Брауни, он, это вкуснее звучит. Мой брат Бруни не оставил попыток подойти ближе к этим аркам. Орм, его друг, утверждает, что видел, как Бруни прошел мимо мертвых, как будто... Был невидимым для них и вообще в огромную дверь. Что она говорит вообще? С тех пор прошел уже месяц. Я не понял, что она хочет от меня. Где Орма? Эрна, где Орма, в самом деле? За деревней, за волчьей тропой. В деревне за волчьей тропой. А там кто-то был вообще женского рода? Серьезно? Узнать о судьбе Бруни и рассказать Эрне. Нет, подожди, ты же мне хотел дать квест, на чтобы я мертвяков убил, разве нет? Сормы, господи, нет, Орма. А, Орма, подожди, не Ормай, а Ормо. Это как Элмо, знаете. Хорошо. Мы опять в ту деревню. Я не хотел, но ладно, я пойду. А вот здесь, кстати, я телепортировался, здесь я начал, да? Да, вот прям в этом месте. Какая-то статуя. Классно, здесь такая атмосфера здоровская. А можно что-нибудь на колесико мыши? Нет, ничего не... Нету на колесико мыши. А можно забраться? Нет, вряд ли вообще они сделали. Да, пока нельзя забраться, пока нельзя. Но очень скоро, очень будет много возможностей. Короче, я, знаете что, я сейчас туда-сюда прям так сбегаю, и чтобы время не терять, и посмотрим, что там будет, и вернусь сюда, потому что я хотел в обратную сторону вообще бежать. Короче, сейчас я поговорю с этой Сормой, и все будет нормально. Тебе когда-нибудь приходилось бежать от толпы мертвых, жаждущих тебя убить? Эрна сказала, что ты ходил к Бруни к развалинам. Да, прошел уже месяц с тех пор, как мы туда сходили. Это было очень странно. Ходячие как будто его не видели. Где находятся эти арки? В другую сторону от портовой деревушки. Портовая деревушка, в другую сторону. А там, где солнце начинает свой дневной путь. Покажи мне это место. Хорошо, но сразу предупреждаю, там очень много мертвых. Где находится? А, мы выдвигаемся, Эрна сказала, что... Че, со мной пойдешь? Мне не хватило... терпение просто сидеть, короче, молча и это все делать, поэтому я решил продолжить запись. Я забежал, немножко пробежал всю деревню, нашел Эрна или Орна. Я когда-нибудь запомню эти интересные имена скандинавской мифологии. Вот. Ну, забавно, хорошо продвигается процесс, смотрите. Я вот, кстати, к тому чуваку подбежал, думал, может, он мне что-нибудь скажет, а он сказал мне. Ничего не сказал, он просто промолчал. Тут, кстати, травка так выглядит, как будто ее можно собирать. Может, кстати, и можно. Может, тут... Нет, вроде крафта не было, но... Но можно было бы его и сделать. Но вообще, если честно... Игра прикольная, вот ее нужно сделать вот как раз в качестве такой, знаете,
соузлайка. Соузлайка, чтобы вот ты... Ну, правда, не нужно делать эти костры, мостры, все вот эти, как он, идолы. Знаете, как фромы обычно делают. Просто в своей манере, вот, типа, будет, пусть будет деревушка. В деревушке будет... Ну, обычная РПГшка, короче. Ну и чё, здесь... Мы пришли. Видишь впереди огромные арки. Тебе туда. А я, пожалуй, вернусь обратно в деревню. Говорит... Воротит уже от мертвяков. Хорошо, я тебя понял. Я тебя понял. А где, подожди, арки? А, вижу, да-да-да, вон дырка. Вижу. Туда мне, значит. Я тебя понял, хорошо. Так, камень мне уже лобулуху не даст. А я тем временем уже 6-й уровень. Вот кто не заметил, да? Кто не заметил, знаете, обсудим. Мирская терния. Сейчас пойдем туда узнавать судьбу. Ага. Левел 5, Shift V. У нас тут новые просто способности появились. И их нужно опробовать. И на ком бы нам не опробовать, как не на новых врагах. Я, наверное, всех-то не буду задевать. Я уже потерял маршрут. Где эти арки-то? Подожди. Так, геолокация, ну-ка включись. Правильно я иду, нет? Почему я до этого видел арки, сейчас не вижу? Подожди, вот деревня. Где камень? Ух ты, как я вообще не в ту сторону. Вот там, значит, арки где-то, вон они. А, вон они, господи, я вообще не в ту сторону побежал. Окей. Окей, ну он, собственно говоря, вижу первых своих оппонентов. Сейчас мы с ними разберемся просто как. Shift V, надо запомнить. Shift V. Shift V, и будет все у нас шикарно. Может, конечно же, смогу пробежать. Не согрев его. А, падший воин. Я тебя понял. Падший воин, иди сюда, падший воин. А, это ярость. Нет, подожди. Ты давай тут ни хера не страдай. Вот, нам уж нихера себе тут яр. А у меня на правую кнопку есть еще щит. А что так плохо видно? Я, конечно, понимаю, что я в ярости. На типа черепохе! Ха, перекат! Хорош. Вот, я, наверное, еще могу активировать. Типа, вот так вот. Сейчас. Нет, по-моему, не получилось у меня заблокировать. Закончился выносливость. Сейчас, подожди. Нужно немножко подождать, нужно больше ждать. Нет, это немножко не то. Немножко не то, что я хотел сделать. Ну ладно, пока мы в ярости, пусть всех раскромсаем здесь. Давай сюда, иди. Ты думаешь, ты крутой? Думаешь, у тебя нет кожи, значит, тебе все можно? С. Вот. А у меня выносливость. Адские хорошо. Почему я не смогу, допустим, с них мечуху взять? Очень было бы классно залутать его, да? Так, мне приходится, наверное, всех здесь убить. Ну да ладно, не попал. Очень плохо, что не попал. Надо попадать. Удар очень дорогой. Удар очень дорогой. Господи, какой долгий от него отход-то. Откат, так сказать. Откат, даже без откатов-то. Хоч! Красивчик, да? Мне немножко непонятны хитбоксы. На правее, блин, куда ты прыгаешь? Так, восстанавливаю. Хорошо, восстанавливаю. И прыжок. Ну почему ты не попадаешь-то, господи? Ладно, сейчас все будет. Хорошо. Да он меня вообще не сносит нисколько. Я сейчас еще в ярость войду и все. Ладно. Мне вроде по дороге к воротам больше никто не мешает. Вот это, конечно, напрягает тоже. Вот он прям елозит там рядом со мной. Подземелье. Вы поняли? Подземелье. Нихера себе. Тут только игра начинается. Я уже вторую серию, короче, по полчаса здесь бегаю. И только нашел место, где начинается игра. Так, что моего персонажа так немножко, немножко раздваивает. Ну окей, пойдем смотреть. Блин, подземелье это вообще круто. Это основа РПГ игр. Ха, как я хорошо по нему попал! Еще бы перекат быстрее работал. Я, конечно, понимаю, что здесь тоже типа анимация удара, да? То есть удар, когда
прошел, ему же нужно там распрямиться, топор поднять, и нельзя в этот момент тоже что-то такое важное делать. А кто-то валяется, кто-то наш. По-моему, это... Подожди. Ну давай, смотри, как я могу. Оп, и назад, перекат назад. Нужно было, куда ты перекатываешься-то? Назад. А, я понял, он куда смотрит, туда и перекатывается. Я понял. Вот, надо, оп. И сейчас последний, смотри, будет красавчик. Кого-нибудь точно убью. Ни хера никого не убил. Ну да ладно, зато левельнулся. Смотрите, троих убил. М? Красота. Ну чё ты, это же наш какой, да? Мне его нужно было. Ох, ох. Я так понимаю, когда у него появляется, или нет? Когда у него появляется полоска ХП и название вижу, то я его сагрил. Ну, вроде нет. Слушай, тут подземелье такое длинное. Очень жаль, что я сразу сюда не пошел. Так, нет, ты знаешь что? Я тебя сейчас с этого... Сложно попадать. Но это добавляет какую-то частичку реализма в этом. Так, что это у нас здесь? Лаборатория какая-то? Какая-то херня? Какой-то люк? Нет, люк не... Ничего не активно, не активно. Ничего не интерактивно. Все, нажимаю, ничего не действует. Хорошо, хорошо, нам просто не сюда. Нам просто в другое место какое-нибудь. Наверное, вниз, а там дохерища этих. Давайте маны немножко побольше, что ли. Дохерища всяких врагов. Тихо, подожди, что ты делаешь? Что ты делаешь вообще? Все нормально, все. Ладно, сейчас еще немножко походим. И, наверное, закончим на этом. Потому что время уже прошло нормально. И я просто сохранюсь, так как работаю теперь сохранение в обновлении 0.1.1. Вот, и будем ждать, будем снимать следующие серии. И будем ждать, допустим, следующие какие-то обновки. Как вас много, нихера, я вас сейчас всех тут размотаю, всех размотаю, вы поняли? Шифце, шифце! Ну что-то меня, походу, самого сейчас мотанут. Нет, нормально, подожди. Ух ты! Ух ты! А вот меня, короче, это, зажали. Чуваки, зажали. Меня... Все. Капец. Точно, Dark Souls. А, это я в Вальгале своей появляюсь. Я понял. Вот из Вальгалы мы телепортируемся туда, узнать о судьбе. Ну, я полагаю, все сохранилось, кроме вот этого моего прогресса в подземелье. Нужно бежать опять туда. А вот еще какая-то мадама, я с ней не разговаривал. А, она не очень разговорчива. Очень симпатичная, смотри. Что ты тебе не разговорчивая? Что все самые симпатичные не разговаривают? А, я ниже ее, потому что... Да, я не в ее вкусе, а она не в моем. Вот, собственно говоря, вот так. Сейчас я разрушу, как посимпатичней. Вот такая вот игра. Обязательно сниму еще одну серию. Очень жаль, что я пещеру только, блин, вот под конец этой нашел. И схожу туда в следующей серии. Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим. Ты тоже не хочешь разговаривать? Никто со мной не хочет разговаривать. Вот, короче, посмотрели обновление, что ребята работают отлично, работают над игрой. Прям подпиливают ее, подчинивают, какие-то фиши добавляют. И очень здорово. Покупайте, классная игра. Да все, больше ничего не могу сказать. До встречи в следующей серии. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Вот, и до встречи с вами. Увидимся мы, наверное, когда-нибудь потом. Ну, вообще, чаще будем видеться, потому что, как бы, я выздоровел, и все нормально. И в ближайшие выходные обязательно будет стрим по GTA San Andreas. Да. Все. Всем пока.